Друзья, всем привет! В нашей игре полным ходом идет коллаборация PUBG и Ducati. В игру были добавлены кейсы, ну а в этих кейсах можно найти сам Ducati. Сегодня мы попробуем забрать из кейсов его. Ну а если ты не знаешь, как пополнить счет в игре, в закрепленном комментарии будет ссылка на магазин, где G-коины продаются. Надумаешь покупать, заходи. В магазине игры появился раздел, в котором можно купить трофейные ящики со скидкой. Для начала, я думаю, туда заглянем. Данные Ducati можно как и выбить из кейсов, так и забрать из обменника. Сам Ducati падает только из красных кейсов. А их пока что мало. Еще один красный кейс, жетоны, но в принципе тоже неплохо. Еще один кейс, ну хоть так. Идем забирать последний пак со скидкой. Сходу откроем красный кейс. Не удивлен, кстати. Похоже, еще один красный откроем. Наборы со скидкой закончились, идем в обычный магазин. На эти кейсы так смотришь и думаешь, там вообще Ducati есть. Самое главное, кредитов хватает, но где этот Ducati-то? Похоже, Ducati там нету, но есть баги. Ладно, что сделаешь, пойдем забирать из обменника.
Заберу зеленый. Можно вроде бы и два забрать, и черный, и красный. Но мне так захотелось. Ну а на этом видео будет заканчиваться. А я с вами буду прощаться. С вас, как всегда, лайк, подписка, комментарий. Всего доброго, друзья. До свидания.